Всем привет, с вами канал Обзор Времени, и вы смотрите обзор на часы G-Shock с номером модели GST210B1A. Если вдруг вы захотите купить часы, именно эти или любые другие с нашего канала, то вам достаточно перейти по ссылке под видео и приобрести эти часы с гарантией и полным комплектом. Открываем мы данную банку и находим наши запечатанные красивые часы. В самом начале хотел бы оговорить, что эта модель сориентирована не на функционал, а на стиль, поэтому давайте разбирать больше ее внешний вид. Как вы видите, ремешок у нас имеет вот такую вот текстурную поверхность, он у нас полимерный, как и тренчик. Ремешок достаточно податливый, изнутри он просто вот такой вот гладкий, и имеется на конце вот такое уплотнение или уширение, чтобы тренчик просто так не сползал. Что касается корпуса, то он тоже из полимерного материала. Из нержавеющей стали выполнена задняя крышка на 4 винтах, застежка и по 2 кнопки с каждой стороны. Также металлический у нас безель, как вы видите, на нем у нас имеются золотые надписи, хотя сам он черный. Также есть 4 винтика, вот такие золотые, которые придают особую такую изюминку данной модели. Циферблат в этих часах защищен минеральным стеклом, и он у нас имеет 3D эффект. Благодаря вот такому расположению индикаторов часов и самой вставке золотой просматривается глубина циферблата. Что касается элементов, то как вы видите, здесь у нас 3 графических ЖК области, это круглая сверху и снизу, и аналоговый циферблат общий. И также есть колесо выбора функций. И давайте по порядку. Снизу мы видим отображение дня недели, сверху цифровое время либо же день и месяц, ну а сверху вот в этом кружочке отображается включение либо выключение различных функций. Давайте на примере будильника я вам быстро покажу. Включаем будильник, и загорается у нас там индикатор ALM, что означает аларм, будильник включен. Бегло функционал я вам уже пролистал, и давайте теперь помедленнее. Первым в списке это у нас мировое время, снизу у нас листается аббревиатура, и правой нижней клавишей мы можем переключать это время. Как вы видите, в цифровом формате у нас отображается время данного города. Дальше у нас секундомер, таймер, как я уже показывал, 5 независимых будильников и обратно режим текущего времени. Как я сказал, в принципе, функционал здесь самый стандартный и ничем не удивляет. Подсветка данной модели хорошая, выбивает она белым диодом снизу, и наше положение стрелок оно высвечивает хорошо. Несмотря на свой вот такой дорогостоящий внешний вид, модель сохранила свою ударопрочность и водонепроницаемость 20 бар. Давайте теперь накину часы на руку, и мы посмотрим, как это все у нас выглядит. Часы увесистые, достаточно большие по размеру корпуса. Конкретных цифр я вам не скажу, но сейчас сами все увидите. Вот так это все выглядит. И если вы хотите, чтобы такие же часы сидели на вашей руке, то переходите по ссылке под видео, вводите промокод «Обзор времени» и получайте эти либо другие часы по самой лучшей цене в нашем магазине. А если вы хотите увидеть еще один обзор или просто хотите поддержать канал, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь. Пока!